Здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы сегодня будем завершать прохождение, точнее перепрохождение игры Neighbors Back From Hell. Сегодня у нас Мексика, собственно говоря, идет. Ну как Мексик, сначала уровень с кораблем, соседа за борт. А вместе с этой серией мы также заканчиваем этот марафон в честь 20-летия КДС соседа. Стримить я, скорее всего, Neighbors Back From Hell не буду, потому что уже слишком долго затянулась вся этот марафон. А во-вторых, я уже, в принципе, стримил эту игру, так что не знаю, есть ли в этом необходимость сильно большая. Короче, соседа за борт, поехали. Вот, и вот тот самый баг, при котором иконка мамаши не появилась. Перезапускаем уровень. Вот. Это очень неприятный баг, который иногда реально выбешивает. Вот просто реально. Вот. Последнее обновление на эту игру вышло 8 декабря 2020 года. Багов в игре еще полно, и никто их исправлять не собирается. Так, а что я за... А, монетку надо. Даже когда версию для мобилок сделали, в ней всего лишь одну из недоработок исправили, это с говном коровой. Ой, куда пошел-то? Она вернулась нафиг. Ох, повезло. И все, больше ни одной недоделки не исправили. Все, что было в ПК-версии, все есть на этом... На мобильных версиях. Более того, в мобильных версиях появились некоторые новые недоработки. Короче, ребят, это печально. Они чем-то мне напоминают студию Grow Street Games, которая сделала корявоватые с багами порты первых трех частей трехмерных GTA на мобильные устройства. И там тоже было очень много багов всяких. И такой же недоделанный они сделали версию ремастера GTA The Definitive Edition, где также, как и здесь, улучшили графику. И там тоже очень много недоделок было всяких, из-за которых... которые стали одной из причин, по которым игра стала провальной. Вот, собственно, здесь вот реально та же самая ситуация. То есть реально также ремастируют игру, когда соседу, также улучшают графику, и абсолютно так же очень много недоделок в ней. Вот реально очень похожая ситуация. Только здесь не Grow Street Game, а THQ Nordic. В Android, в обычных, когда сед 1 и когда сед 2, которые сделаны на мобильное устройство, там тоже недоделок немало. Но их там немного поменьше, чем здесь. Хотя. Ой, я забыл, что надо на цыпочках двигаться. Зато мамаша снова заснет, так что... Так, мне есть план, как сделать так, чтобы она снова заснула. Вот так. Говоря, стрелками это немного удобнее делать, чем курсором.
Так, давай, давай. Супер... Супер этот... Короче, гидрокостюм, который от пожара защищает еще. А что тебе не нравится, сосед, я не понимаю. Ну что не нравится-то? Видишь, какое пожаротушение в костюме есть. Ну да, не по назначению у нас работало сейчас. Так, ну и подпиливаем. Да, вот, вот в версии для мобилок в этом месте есть очень смешной баг. Вот я когда обозревал мобильную версию, когда соседа... Я показывал этот баг, это вообще просто умора было. Что там два Вуди, короче, было. Один пилит, второй играет, ходит. Да, недоделки смешные, вот. Но когда Соседа 2 на мобильную версию играли, вот в этом месте реально очень смешной баг был, когда сначала исчезает... Когда сначала исчезает сосед, потом исчезает туалет. Короче, THQ Nordic действительно чем-то похоже на Grove Street Games. Да, вот это тоже неприятный момент. Единственная версия CDSSD, где вот этот момент нормально выглядит, это в консольной версии. Там такого косяка нет, вот где он падает и вот так исчезает в воздухе просто. Там-то сосед падает один без лодки и... Собственно, он там воду плюхнулся, действительно, а не просто в воздухе вот так вот исчез. Так, первый уровень с Мексикой, поехали. Мексика у нас... О, там лодочка, короче, сама приехала. Забавно. Короче, мексиканские уровни самые сложные в этой игре. Когда он идет и возьмем банку с краской непосредственно. Берем смолу, липкую заразу. Не знаю, как Вуди ее несет. Потому что от нее даже это пальцы склеются. Фух, так, теперь скрываем вот эту... плиту. Да, как я уже говорил, мини-игра загораживает абсолютно полностью Вуди, и мы не видим, как он это делает. Анимацию не видим. Неприятное это, конечно, момент. Так, бежать некуда пока. Да и, в принципе, начинать стоит отсюда, пожалуй. Монетка почти ничего не стоит, но ее хватит, чтобы взять на прокат лодку. И это нам очень понадобится вскоре. Короче, из этого вулкана идет пар. Но он как бы не идет. Просто стоит. Не двигаясь.
Не знаю, как это возможно, но почему, я думаю, всем понятно. Что использовали фотографии просто из реальной жизни, не более того. Так, ладно, поехали. Ой, точнее, пошли наверх. Ой, господи, что я делаю? Мне же кинжал надо. Вот так. Блин, я же тут застрял. Мне некуда бежать сейчас. А секунду, а вот эта система тут будет работать? Да, будет. Только что-то не очень эффективно. Да, что-то тут он, короче, да, когда до края дойдет только. И, короче, тут от соседа мы так не спасемся. Ну ладно, иногда приходится терять жизнь. Что-то тут мыльцо прям было какое-то только что. Вот эти волны как-то очень странно выглядят. Нереалистично как-то совсем. Глаза-то какие, а и второго глаза вдруг нет. Так, самое время сделать вот так. И вот так. Да, сосед реально бессмертный. Как я уже много раз говорил. Наверное, он изучал секрет бессмертия. Причем не только бессмертия, но и... А, стоп, тут уже все сделано, тут уже не надо сюда. Да. Так, вот один бык. И вот еще два быка, которые просто стоят и ничего не делают. Как статуи. Так, ну, всем известно, что быки ненавидят красный цвет. За что кто-то пытался красить забор, и это было его большой ошибкой. Так, наблюдаем за последней пакостью. Впрочем, уровень можно уже и завершить. Но мы до конца все добиваем. Да, в консольной версии мы в плите монетку не получим. Или где там, в гнездышке, не помню, где достали. Обязательно только здесь. Так что там надо именно в каком-то определенном порядке начинать пакости, если мы хотим на перфект пройти. Так, Яша будет съеден. Так, короче. Так, во-первых, берем цемент. Во-вторых, идем вниз, чтобы взять перчика. Так, в-третьих, смотрим, что здесь. У нас тут немало чего. Скелет пираньи. Карачок. Курочки. И текила. Видимо, чувак слишком много выпил, хотя... Текила. Вот он, вот этот мужик, короче, выпил вот столько, это ему хватило, чтобы умереть. Это очень опасная текила, не берите такую.
Но поскольку сосед у нас бессмертный, мы можем без проблем эту текилу и применить. Ничего же с ним не будет. Просто почувствовать немного неприятного, да и все. Так-то соседа нашего невозможно убить. Все знают уже. Так, берем вот эти предметы. Так, и начнем пакостить, когда это... У нас появится возможность спуститься вниз, пойти сюда и там уже пойти наверх. Сюда. Так как начинать следует именно оттуда. Ой, господи. Так, отлично, теперь начинаем отсюда. Так, используем цемент. Это быстро твердеющий цемент. Так, кормушка. Где цветы наши? На, приятного аппетита, бык. Так, во-первых, кормим плодоядный цветок, чтобы он немножко подрос. Теперь вставляем в него супер-мега-острые-приострые зубы. Перчик острый-приострый перец в начо. Ну и смертельную текилу, собственно, в воду. Как мы знаем, соседу ничего от этого не станет. Так что эта игра как достать соседа. Здесь все можно. Тьфу ты, я забыл этих термитов набрать. Ничего, сейчас исправим. Времени полно. Руку используем, чтобы сломать рычаг. Так, ну и давайте наблюдать начинать. Что, застыл? Цеменщик фигов, блин. Ну, каким-то образом он смог оттуда выбраться все же. Прям в то самое... Прям это, по батарейкам. Берем осиное гнездо. Руками его, правда, брать нельзя. В консольной версии он брал его лопатой. Так, давай, супер острые приострые чипсы. Ну и как я уже говорил, вообще ничего, просто и ничего вообще. Это Винсент Ротвейлер, он его ничто не может убить и даже просто сделать больным, пострадавшим, господи. Come on.
Ой, да. Что-то мне, кстати, интересно, а что они будут делать, если пойдут по второму кругу? Лодки нету, что они будут делать? Они просто пропустят это или что? Блин, жаль. Но мы это уже здесь не узнаем. Я за кадром это, наверное, проверю. Так, и последний уровень без паники. Финальный завершающий уровень игры. Поехали. Круизный лайнер направляется обратно домой. И, собственно говоря, последний наш путь, последние пакости. Так, коробка с зарядами. Мы взяли только один заряд, а исчезла вся коробка. Это как может быть? Так, ну делаем. Так, я не знаю, на чем он держится, конечно, ковер этот. Наверное, у Вуди какой-то секрет держания... Секрет того, как держится этот ковер. Короче говоря, наш сосед изучал секреты бессмертия, а Вуди изучал секреты по эффективной маскировке своих пакостей. По эффективности пакостей, в принципе, вовсе. Твои же ты налево, я опять забыл про это. Ничего страшного. Так, заряженный пистолет. Пусть еще поспит. Так. В консольной версии, кстати, мамаша вниз не спускается. Она спит на постоянной основе. Ну как? На постоянной основе. Конечно, просыпается, когда сосед стреляет вот из этого пистолета. И если Вуди разбудит ее, а так она постоянно вниз не спускается, а тут немного затрудняет это дело. Да, вот это беда, конечно, что придется подождать, пока она там постоит. Пока вернется назад и так далее. Это, конечно, не очень-то приятная вещь. Blue Star. Синяя звездочка, блин. Какое лицо
Какие глаза у соседа были, когда он это сейчас увидел? Стрельнул. Он определенно не ожидал, что пистолет... Пистолет выстрелит. Так, нет, я определенно не успею туда подняться уже. Но... Так что подождать придется, но тем не менее. Так. Используем рыбу. Причем одна смотрит в ту сторону, вторая в другую. Консольные версии, кстати, рыба была одна всего, а не две. А вместо второй рыбы мы водоросли подкладывали к ведру. А в версии для мобилок было две рыбы, но они, но и та, и другая выглядели по-разному. Две разные рыбы было. Если я ничего не путаю, по-моему, так было. Так, сосед больше сюда не идет. У нас вместо музычки про корабль будет это все время теперь, что ли, играть? Непродуманный тоже немного момент. Давай. Так, я опять в ловушке, можно сказать. Давайте жизнь пожертвуем, чтобы переместиться туда, короче. Хотя шаг довольно рисковый. Надеюсь, нам не придется потратить еще одну жизнь ради того, чтобы сделать пакости там. Если придется, то все, мы тут уже проиграем. Но очень надеюсь, что не придется. Так, нет, пока, короче, не пойдем туда. Подождем, пока сосед один раз сюда сходит, потом уйдет, и тогда уже будем входить туда.
У нас осталась одна жизнь. Ее... Это значит, что права на ошибку больше нет. Я специально даже убрал это руку с клавиатуры и мышки, чтобы случайно что не нажать, не слезть с шезлонга. Потому что, возможно, все в нашей жизни. Так, ну все, пошли. Капитан пьян в стрельку. Он в стельку. Он цепляется за штурвал, чтобы не упасть. Странно, что мы вообще куда-то добрались. Ну да. Вот теперь точно не доберемся никуда. Все. Так, все, мы прошли игру. Наконец-то, собственно, все, собственно, закончилось все тем, что корабль как Титаник затонул, и пришлось на шлюпках добираться домой. Дальнейший исход событий, к сожалению, нам неизвестен. Но, тем не менее, и очень жаль, что третья часть Кэда Соседа так и не вышла от Джоуд. Как я уже рассказывал, что они хотели ее сделать, но, к сожалению, их заставило передумать низкая популярность игры на их родине. Ну что ж, празднование 20-летия Кэда Соседа окончено. На сегодня все, с вас Икус Песоцы, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримовский канал, логовый канал, вступайте в группу ВКонтакте. Клоны на Кэда Соседа всякие разные, различные. Мы будем смотреть, начиная со следующего года уже, наверное. И всем пока.